Всем привет! Мы на канале Мисс Полина. Мисс Полина. И сегодня мы будем что открывать? Сюрпризы. Сюрпризы. С какого сюрприза мы начнем? Коробочку. Ну давай, открывай коробочку. Открывай ее. Вот, отрывай бумажки. Давай, помогу я тебе. Что же там за игрушка? И попалась нам собачка. И мармеладки? Какая собачка красивая. Щеночек какой. Пушистенький, в красных сапожках. А там мармеладки, на, посмотри. Этого щенка зовут Ирландский сеттер. Вот он. Какой он пушистый. Да, пушистый. Тут еще вот разных собачек много-много. Есть скотч-терьер, пудель есть, той-терьер, мопс, такса, далматинец и сенбернар. Какой конфетки? Так, вот такой у нас. Муси его звать. Ирландский сеттер. Муси. Да, вот он в будочке даже в своей. Как будто в будочке. На, посмотри. И мармеладки. Да, мармеладки потом откроем. Поставь собачку. Давай, давай следующую открывай. Какая там у нас? Игрушка еще нам попадется. Какую киска будем открывать? Киску? Давай киску откроем. Посмотрим, киска ли нам попалась там или нет. Киска. Киска попалась. Собачки. Котята тут какие-то попались. Точно. Котенок по имени Искорка. Тут много котят. Кот. Котенок Тим, Эмма, Лапуля, Тигрик, Тишка, Веснушка и Шустрик. На. Давай посмотрим его. Вот так вот берешь его и открываешь. Ну какой котенок красивенький. Да, такой пушистенький тоже котенок. Глазки у него зелененькие. На, посмотри. Ой, это собачка. Собачка с котенком, да? Попались. Ну, давай следующий открывай. Я хочу вот это. Кто же там вот тут-то попадется? Тетя киска. Киски? Тоже котята, наверное. Как у тети. Что там нам попалось? Опять мармеладки. И здесь попались котята опять. Вот котенок Тишка нам попался. На, а какой? Мармеладки? А котенка давай открою. Котенок пират. Сейчас я посмотрю. Глаз у него один заклеенный. Рыбка нарисована. И вот он такой лежит. Дай. Притаился. Дай. А как же его зовут?
этого котенка-то? Тишка. Тишка. Тишка.